Здравствуйте всем. Вот я сегодня опять вышла на связь. Как бы уже третий день у меня получается, третье мое видео, да? Ну, я так думаю, что я дальше не буду считать первое, второе, третье, потому что если я планирую это говорить много, да, каждый день, ну, просто со счету можно сбиться. Так, просто следующее видео. Видео, даже если честно, я еще не знаю, о чем я буду говорить, потому что я не планирую, я не составляю себе план, там график, допустим, да. Просто хочется пообщаться. Профессиональных видео, я скажу так, на канале очень много, и тренинги, да, и вебинары, их очень много. А я вот как бы просто общение простое, да, чуть ли не можно так представить, что мы пьем чашечку чая и общаемся. Вот. У меня видео тоже, скажем, непрофессионально в плане того, что я снимаю себя на телефон, но тем не менее, слава богу, что вот так придумано все. Если раньше мы ходили, людям рассказывали, да, где-то что-то можно было прорекламировать, то теперь вот такой вот век информационный классный такой, да, вот я могу сесть по телефону, рассказать, выставить на YouTube. Кому это надо, он увидит этот, потому что начну с того, что вот, допустим, зная продукт, зная нашу компанию, да, идешь кому-то рассказываешь, ну, человек что говорит? Лохотрон, секта, все что угодно. Вот. Но я о другом хочу сказать, о нас, о людях, да, вот смотрите, мы все время говорим, Господи, помоги, Господи, вот я хочу работу, я хочу деньги зарабатывать, я хочу поехать на море, я хочу туда, я хочу сюда. Другая половина людей что говорит? Господи, я хочу быть здоровым, помоги, да, там в церковь ходим, молимся, все остальное. На сегодняшний день, вот я хочу сказать, со своей колокольни, конечно, вот, узнав о компании такой, да, и то я тоже попала сюда так интересно, вот, скажем, случайно. Я так же сама, как другие, скажем, отношусь к лекарственным препаратам вообще, если честно, не очень. У меня в доме лекарства практически нет, и очень давно таки. Вот. Но я говорю о другом, что вот приглашая людей, да, человек не верит ни во что. Мое мнение, прежде чем сказать, я там не верю или это не действует, это я вот даже сравню, наверное, с ребенком, да, когда даешь ей что-то, говоришь там, Даша, садись, кушай. Ой, мама, я это не люблю. Ну, подожди, как, вот я ее спрашиваю, как можно не любить то, что ты еще ни разу не пробовала, да? Как можно сказать, мне не нравится это, если ты еще это ни разу не пробовала? Я всегда говорю, попробуй. Всегда нужно пробовать для того, чтобы мы понимали, нравится нам это, не нравится, подходит, не подходит. Поэтому вот я, попробовав этот продукт, да, я уже могу рассказывать и результаты. У меня уже получается, что много результатов, да, семья большая у меня все-таки, дети, и если даже честно, у меня собака. Я очень настолько благодарна этому продукту, который попал мне в руки нашими компания Пиэль, Драже, да, вот у нас. Вот, я спасла собаку 2 раза уже. Мне не приходилось вызывать ветеринара или самой бежать в поликлинику, в ветлечебницу. Я ее практически спасала. Вот, но это я, конечно, буду рассказывать дальше, потому что вот смотрю уже 3 минуты, и не хочется занимать много времени. Вот, поэтому пока что я буду прощаться, да. Вчера я хотела 2 видео записать, но вчера я была занята, не успела. А вот сегодня, как бы, я так думаю, что я еще буду говорить, потому что хочется побыстрее донести вам о Драже, донести о компании, что вот появилась такая компания, да, и где мы можем реализовать наши потребности, быть здоровой и иметь финансовую независимость. Естественно, это не так, что сегодня все, и раз ты уже богатый, да, это мы понимаем всегда, пришел на работу, нужно что-то сделать, и нам приходит зарплата. В данном случае у нас получается, мы пришли в компанию, потребляем продукты, и, естественно, нам начисляются бонусы. Но это все дальше, 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 я обо всем этом буду рассказывать потихонечку. Если найдутся люди, которым это все нравится, можно писать. Я под каждым видео буду ставить свой скайп, можно будет общаться, я могу рассказывать более подробно. Ну, потому что если нужно профессиональное видео, вы всегда найдете это на Ютубе. О нашей компании, даже на моей странице на Ютубе я очень много снимала, выставляла именно своих лидеров, да, вот лидеры, вышестоящие спонсоры. Но я так думаю, что людям иногда хочется простого общения, вот так вот, как мы с вами, да, вот пообщаемся, поговорим, и я где-то так параллельно буду рассказывать о продукте, о товаре. Ну, пока все. Не буду вас загружать. До следующей встречи. Всем удачи, всем всех благ.
здоровья всем, долголетия и финансов всем побольше, чтобы исполняли все ваши мечты. Всем пока!